Всем привет! Это дополнительное видео про эвакуацию с последних покатушек. Парни просили сделать. Поэтому видео такое для нас неординарное. Оно собрано с разных источников, с разных телефонов, поэтому доставалось с мессенджеров. Качество будет плохое, раскладки вертикальные и горизонтальные, поэтому кто такое не любит, сразу извините, это короткое дополнительное видео. Тем, кому интересно, добро пожаловать и давайте разбираться в данной ситуации. Так, ну, давайте сначала. В этот день изначально все пошло не по плану. Как только мы заехали в лес, у нас порвалась одна Нива и поломалась вторая Нива. Так, ну ситуация складывается таким образом, что здесь передний редуктор порвали. Разворачиваем парней домой. Да он все на ровном месте висит. Еще один подранок. Приветик. Потому что надо было не покупать рычаги, а самому делать. А что произошло? Ну он вот умер. И сайлентблок выскочил. Новый. Так надо же было проваривать. Тут вообще сварки нету по факту. Было принято решение одну разворачивать домой вообще. А вторую сделать, сварить, поехать в поселок, сварить А-образник, доварить, починить в лесу и продолжать движение. И с этого момента все пошло не так, колонна разделилась. Так, общими усилиями попиздели, решили, все, Нива остается, Нива с ней остается. И та часть машин, группа, где красная Нива, УАЗики, Валера, всеми уже известный, рвет переднюю правую полуось. Дальше, в основном видео этого нету, и вообще, по-моему, мне нету этих материалов. На торпеде проблемы с тросиком газа. Газ нажимается, но не откидывается, и получается, машина всегда на высоких оборотах едет. Дальше едем, все в порядке, устранили все проблемы, двигаемся дальше по маршруту. И от нас отделяются еще два УАЗика, уезжают на съездку. То есть можно выйти на асфальт и спокойно уехать. Что они принимают такое решение, что они делают, уезжают на асфальт. Мы остаемся в три машины, получается красная Нива, торпеда и Валера. На подбитом, ну получается на двух подбитых УАЗиках. У одного нету полуоси, у другого проблема с газом. Так, ну ситуация у нас неординарная для нас. Осталось три машины. Нашли беседку, сейчас покушаем. И добьем этот маршрут, потому что у нас два УАЗика развернулись, уехали, и у них что-то скучно. И четыре машины у нас до этого отстали. Так что у нас сегодня потери. Костян минус фара, тут минус тросик газа, тут минус передняя правая. В общем, такой маршрут. Грязевой, боевой. Пообедали и едем дальше. И вот в этот момент, где мы пообедали, и когда два УАЗика от нас отделились, вторая группа, которая починились, сделали Нивы, едут по нашим следам и видят, что следы уходят УАЗиков налево на съездку. Вся группа уезжает тоже налево. И мы, получается, в лесу остаемся одни и едем дальше по маршруту. Рации у нас не достают, к сожалению, друг до друга. Связи, естественно, нет. И мы едем благополучно дальше. И в очередной луже Азамат хочет взять это препятствие, эту лужу. И засаживается в эту грязь.
И происходит вот это. Или гур заклинил, или ремень. Скорее гур. Гурт отек. Теплышко, бля, ебать его. Не, ремень свистел. Ремень. Или гур заклинил, или гена. У него получается заклинил генератор полностью. Сгорел от оборотов ремень. От него никакой пользы. Мы его режем. Это была наша ошибка, и у него перестает работать помпа. Мы их отправляем, получается, вперед, эту машину, чтобы они могли как максимально быстро проехать, чтобы нас не ждали. Потом будут останавливаться, остывать и ехать дальше. И, в принципе, какое-то время мы так и ехали. Ну, естественно, машина без зарядки, машина кипит, потому что помпа не работает. И в очередной луже... Они неслись вперед, уже стемнело, и засаживают УАЗик полностью в лужу. Гони! Гони! Не тянет! Не тянет! В общем, патриот, что у вас там такое? Ебать, поехали мы домой, все, нахуй, пацаны, до свидания. Вон, видишь? Да, вот, все. Ну, блядь. А ну, давайте попробуем колеса. И ломается у него рулевая сошка. Одной Нивой мы два УАЗика вытянуть не можем, пробуем, разворачиваемся, никак не получается, запасной сошки нету. Один УАЗик стоит, вообще не заводится, у него уже зарядка плохая. И принимается такое решение, что мы красной Нивой дальше в одну машину продолжаем движение, выезжаем на связь и вызываем эвакуацию. Так, прошел час или даже полтора. Едем. Оказывается, здесь дорога очень интересная. Два раза разувались уже. Один раз в луже, второй раз чуть Костян не перекинулся, прыгнул в колею, пришлось так сделать, разул еще раз колесо. Ну, без бензина, просто окачиваем. Ну. В общем, ребята, красная выехала, единственная, я не вру, выехали оттуда на Кутаиской. В общем, сложный день, все, уже собрали команду эвакуации, там запчасти нашли. И мы сейчас едем в сторону Горячего, мы тут возле Хадыжа выскочили, а пацаны с той стороны будут заезжать, эвакуировать их. Парням дозвонились, все объяснили, что нужно взять запчасти, скинули геолокацию, где они стоят. Была собрана сразу группа людей, группа машин, и они заезжают в лес. Все, помощь в пути. Вот второй. Нива Сива! За ночь они произвели ремонт машины, получается, УАЗик своим ходом может ехать. А торпеду
достали, развернули и поехали. Но поехали они абсолютно другим маршрутом, вроде как он должен был быть легче. Там без горок, немножко грязи, немножко он вроде как, ну там не намного длиннее, но в принципе лайтовый маршрут. Ну, собственно, вот так вот они и продвигались. Эвакуация идет полным ходом. Мы почти проехали Хатыпс, немножко осталось. Олег хреначит, но у него выбивает раздатку. Вот таким составом эвакуация происходит у нас из леса. Котлету тянем бездыханную. Вот. 300 кобыл под капотом. Но Нива, конечно, говно, но Нива все равно едет четко. Виталий, сдай назад! Поехали! Вот идет постройка моста у нас. Сегодня какая-то хижина была. Веревки натянуты. Подкорды жгли. Сейчас я вам покажу, какой мост впереди. Раздолбанный. Вот этот мост, нахуй. Все. Тут все дырка промойна. Продавило все. Вот мы пошли через мост. Какое-то время едут, все в порядке, две Нивы тянут к торпеду, у нее периодически подклинивает ступичный подшипник, потому что, видимо, то, что долго в воде стоял. Патриот какое-то время ехал сам на трех колесах, потому что, напомню, правая полуось у него поломана. Дальше происходит поломка Патриота. У него рассыпается задний редуктор, и спереди заварка обламывается, у него заваренный гиф, обламывается заварка, и там все клинит, встает, получается, намертво. Патриота они бросают, хозяин остается с ним, а две Нивы начинают дальше тянуть торпеду. В какой-то момент у торпеды совсем заклинивает подступичный подшипник, и ее также оставляют в лесу. Забирают людей, чтобы максимально вывести людей из леса. Валера остался на Патриоте. Экипаж с торпедой выезжает в лес полностью. Ну и там еще были пассажиры с Патриота. Че вы там про сосиску говорили? Бля, давай едь на магазин, за через 30 минут закроется уже. Это уже вечер, получается, следующего дня. Это уже Валера, получается, сутки сидит на одном месте практически. То есть в лесу. С поломанной машиной. Собирается еще одна эвакуация. Вот на таких машинах. Так. Эвакуация поехала. Надеюсь, за этой эвакуацией не поедет следующая эвакуация. Вот эта эвакуация на двух УАЗиках абсолютно не увенчалась успехом.
они вообще не смогли доехать до Патриота. По какой причине, я не знаю, что у них произошло. История об этом умалчивает, но она, в общем, провалилась полностью катастрофой, и эти два УАЗика уехали. И получается уже еще следующий день, ночь прошла, парни заезжают уже, еще купили запчастей, взяли нужный инструмент и заезжают в лес. Встречают там Валеру. Вот они, блядь. Чё, пацаны, блядь, лесные? Привет. Привет. Ты чё, Гену мне не сделал? А, ты вот, блядь, рвёшь. Здорово, здорово. Ты заварил там эту всю ерунду? Здорово. Скажи, как она, блядь, лесная жизнь, блядь? Лесная жизнь вообще отличная. Ещё б вода была, то с речки вообще не вкусная. Хуйня вода, да? С речки набор самый вкусный. Да нет, с речки не очень. Все, давайте, всё, время поехали. Пока доберемся. Очередной ремонт. Вот тут у нас УАЗик. Задний редуктор вытащили. Хотели поменять, а он оказался не тот. Так что сейчас делаем передок. Пытаются сделать хотя бы передний привод. Вроде как и получается. Некоторое время после ремонта Патриот едет своим ходом, но опять недолго. Его дальше цепляют также на трос и тянут на трассу. Котлету также восстанавливают в лесу, меняют ей ступичник. Кто-то, блядь, ебашит сливочный соус на хлеб, а кто-то в лесу ебашит он. Торпеда, все ради тебя. И сальник проебали. Я не знаю, где вы его положили, в пакете его нету. Так что собираем так, подшипники на выброс нахуй. Так что как-то так. Ступицы пизда там, нихуя не, стопора не держатся. Она не заводится, у нее там проблемы с двигателем из-за того, что она очень долгое время работала на высоких оборотах. И плюс у нее не было охлаждения помпы. Там, в общем, что-то с движком. Ну и, в общем, получается, это уже третья ночь, третий день. Парни благополучно выезжают из леса, где их встречает Иван. Те, кто не теряли, не умеют жить, попрошу. На выборы готовлюсь. Кто-то курей дарит, я колбасой. Поклякивает. Листовочки сейчас подтянул. Иван Романович, мы отдадим свой голос, блядь, за вас. Мы будем за вас голосовать. Да, ребят, колбаску выбора. Будете каждый день. Выбрались на асфальт. Вот. Котлета на веревке. Патриот на веревке. О, тут перекус соображается. Или закус, или перекус. Катится мимо. Сила! Все, слава богу, все. Слава богу, все. Все живы, здоровы, блядь. Иваныч, ну что, как я поездил? Иваныч, поездка удалась. Да, вообще. Помолодел лет на 10, да? Ну да, подышался, хоть сигареты выплюнул свои. Пойдешь, давай сфоткай. Все закончилось благополучно. Повторюсь, самая главная ошибка, я считаю, то, что мы изначально разделились, когда поломались нивы. Нужно, если заехали в лес вместе, нужно держаться вместе, нужно сидеть вместе, чиниться вместе и так далее. На будущее больше таких ошибок делать не будем, ну и будем больше с собой, конечно, провизии брать. Потому что вроде как все близко, небольшие расстояния, но оказывается, что проблемки могут случиться и на таком месте.
В общем, огромное спасибо Александру с горячего ключа. Он все эти три дня, три эвакуации был там с парнями, чинил, крутил гайки, тянул. В общем, мужик. Молодец. В общем, вот такой получился видос. Я надеюсь, хоть как-то прояснил ситуацию. Ну и оставим его на канале, на память, чтобы через лет 5 вспоминать, смотреть и с улыбкой уже, что так делать не надо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. 3 января у нас выходит архивный видос летний. Ну и в будущем будут еще интересные покатушки. Сезон обещает быть интересным. Мы хотим себя попробовать немножко в спорте. Будут интересные выезды. Готовятся очень интересные машины. Сейчас уже Валера поменял Патриот на тоже УАЗ. Но УАЗ очень интересный. Какой, вы можете найти у нас в Инстаграме. Была про него информация. Ну и собираются еще несколько интересных машин. В общем, спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь, лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Мы стараемся на все абсолютно отмечать. Всех с наступающим Новым годом, с праздниками и до новых встреч. До свидания.